Говорит дальше Уаидна Мазукира, Таиб Тараф, Миналь-Хакик валь-Маджаз фи усуль аль-фикх, но, говорит, упоминается часть вопросов прямого и переносного смысла в науке усуль аль-фикх, лянна далалят аль-альфаз имма хакика ва имма маджаз. Потому что слова несут свои смыслы, либо прямые, либо переносные. То есть, а усуль аль-фикх рассматривает многие вопросы, то есть многие вопросы усуль аль-фикха строятся на смыслах слов. Поэтому, говорит, нам приходится этот раздел рассматривает в данной книге. Говорит, «Фахтижа иля маарифат куллин минхума ва хукмихи». Поэтому, говорит, мы оказались нуждающимися в том, чтобы познать оба этих вида, то есть хакика и маджаз, прямой перенос и смысл, и его хукм, и его постановление. Валлаху алим. И Аллах, субхана тааля, лучше знает. Так? То есть, шейх ибн Усаймин, рахимахуллах, тебе сейчас разъяснил, для чего вообще он этот раздел здесь привел. И на самом деле это важный раздел. Это важный раздел, понял или нет? Потом любую книгу, которую ты возьмешь из усуль аль-фикх, выше, чем эта книга, в смысле выше, в смысле сложнее. Так, этот раздел будет приходить в более глубоком виде. Если ты его не понял даже здесь, то там тебе будет сложнее. А если ты его понял хорошо здесь, там придут некоторые добавки просто, так? Некоторые добавления, некоторые это разъяснения, тебе уже легко будет, иншаллах, понять. А если ты этот вопрос не поймешь, брат, у тебя будут проблемы большие в акиде, то есть в идеологии, потом для разъяснения людям или для понимания различных шубахатов. Говорит Танбих, обращение внимания.